там показать. А можно сразу... Две недели независимо и объективно в РНИТУ оценивали качество 5 магистерских программ эксперты Аккредитационного центра Ассоциации инженеров образования России. 10 дней на работу с электронными пакетами документации и 3 дня на проверку бумажных носителей. Цель нашей аккредитации общественно-профессиональной, она же не только выявить недостатки, снять вопросы какие-то, которые возникли после изучения отчетов по самообследованию. Наша задача не закрыть программу, допустим, если там есть какие-то недостатки, а помочь коллегам эту программу довести до уровня международной аккредитации. Критерии и сама процедура аккредитации разработаны с учетом требований Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования и общеевропейской системы аккредитации инженерных программ. Выпускник вуза, получивший диплом по аккредитованной IOR-программе, может пройти сертификацию на получение статуса профессионального инженера в международных регистрах. Он становится менее зависим от кризисных колебаний регионального рынка труда. Международную аккредитацию в вузе уже имеют 9 магистерских программ. Окончательное решение по новым 5 будет принято в декабре. А пока эксперты оформляют отчеты и подписывают протоколы аудита. В целом общее впечатление очень положительное. Чувствуется заинтересованность и руководство вуза, заинтересованность ответственных за образовательные программы, директоров институтов и самих преподавателей в том, чтобы качество обучения было высокое. Не исключено, что после получения профессиональной общественной аккредитации 5 программ количество бюджетных мест в магистратуру по направлениям архитектура, строительство, градостроительство и электроэнергетика будет увеличено.